стране. Мы все на удаленке работаем. Только что мне звонил РАД, крупный чиновник, и на коленях умолял удалить этот пост. Твари лживые, а! Ты у проститутки? Я не проститутка! Она была в Италии. Теперь она обязана соблюдать домашнюю самоизоляцию, но я теперь тоже должен находиться здесь. Здрасте. Из-за злобной маленькой херни пришли безрадостные. Соловьев вчера сказал, что он даже через канализацию проникает. Кто проникает, Соловьев? Да нет же, вирус проникает. Должен был подъехать к вам сегодня, вытрясать долг. Но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки не смог этого сделать. Мы могли бы с вами по удаленке поработать. Инспектор Коготков, предъявите ваши документы. Сейчас закончится карантин. Вы опять будете нарушать. Вы перечисляйте на мою карту 100 тысяч рублей. Дальше нарушайте весь год сколько хотите. Я понял. Дистанционная коррупция. Ну, типа того. Окаянные люди.